понедельник, рынок Воба, друзья, идем смотреть цены на овощи, фрукты. Тут у нас Метина, родственники, кафе. Мраба, гёзлями сюда можно с разными начинками. В этом году гёзлями есть с этим шоколадной пастой, короче, это новинка сезона. Можно здесь поесть, можно взять с собой. Также и фреши тоже можно выпить здесь, можно взять с собой. Арбузовые, гранатовые, апельсиновые. И вода холодная сюда у них, напитки. Друзья, еле иду, сейчас умылся полностью, весь облился. Был насквозь мокрой футболки. Невозможно, просто 42 по ощущениям у нас. 35, наверное, по градуснику, по 10 лир хорошая цена. Наверное, как бы из-за того, что рынок уже вечерний, в принципе, вишня 80, уго, черешня 100, абрикос 40, 50. Пассифлора, маракуйя, кило 100. Дыня кило 20. Бочки кило 25. Время без 10:06. 15 баклажан. Маракуйя штука 200 рогу. Вон 100 лир штука. Он не стоит на самом деле 20-ки. Вы его есть не будете, 90% из вас. Он как огурец по вкусу. Продается иногда в супермаркетах. Я его покупал, он там лир по 20 был как бы. Ну, он и сейчас будет обязательно. Это 200 лир какая-то цена. Угу, там баки 50. Помидоры розовые. 20 эти арбузы. Не штука кило, конечно. Сил нет, друзья, много снимать не буду. Я вообще еле на автопилоте иду, только потому иду, что знаю, что буду у моря через полчаса или через час. Иначе вообще сил бы не было идти, ничего не вдохновляло бы мысль, если о море. Инжир, да, инжира мало в этом году, но его как-то мало и покупать, 120 лир кило уже. 65 викторины. Мне тут цены сегодня не нравятся, кстати. Я вчера забыл о воскресном рынке. Тупо иду ночью домой, блин, вспомнил. А, блин, рынок был воскресный. Вообще забыл про него вчера. Хотел купить черешни такой, лир по 40, по 50, хорошая, но ее, походу, нет. Костка, наверное, коробочка. 25 такие сливки. Вишня 70. Папайя 100. 80 клубника. 100 инжир. 150. Офигеть, черешня 150. 150. Наверное, черешня уже заканчивается, я не знаю. 50 помидор. Помидоры сегодня что-то дорогие тоже. Не знаю, сегодня все тут дорого, короче. Может, черешня реально заканчивается, или я не знаю, когда она заканчивается. Я не хочу, чтобы она заканчивалась. Надо ее тогда еще поесть обязательно. 150 кило маракуйя, вишня 120, черешня. Ни хрена себе тут цены на черешню. Авокадо 70 лир штука. Да, цены, я в шоке сегодня. Обаские цены сегодня. Шок-контент, блин. На пятничном рынке намного дешевле, а на воскресном рынке тоже. Оба что-то становится дорогой, даже дороже, чем в Махмутларе. Здесь 25 кабачки. Бабушки, вишня или черешня. 80 тоже даже у бабушки. Бамия 100 лир кило. Немножко цена становится адекватная, а то бамия была вообще еще дороже. Короче, получается, я ничего и не куплю даже. Как-то по 20 абрикосов на накопление для еды, 50 лир штука. Дыня, вишня 50, вот хорошая цена на вишню, разве что. Штука 50 лир арбуз, это, ну, нормально, наверное, это будет по 10 примерно лир, а то и дешевле. Дешевле даже, наверное. 40-35 абрикоски, 40 бананы, 10 такие помидоры, 15 огурец. Блин, хотел все-таки черешню купить, намыть на Клеопатре и поесть. Что, реально ничего не куплю, получается.
Две палки. Желтая черешня 50. Что ли, хоть на 20 лир поесть. Возьму на 20 лир. А с 30 на автобус будет по 100 лир. Анжир тоже здесь. Хорошая. Можно если по одну в одну выбрать. Конечно, есть такая цена перебрать, а есть такая, что одну в одну хорошая. Гермелира. Желтая сюда чуть подешевле. Все, друзья, это рынок Воба, в принципе. Больше я вряд ли что-то вам еще покажу. Здесь я уже выхожу и бегу на автобус. Такое маленькое видео у нас получилось. Очень жарко. Не смотрите на одну шкалу, ищите расписание погоды, где две шкалы. То есть шкала есть по ощущениям, которая совсем другая. То есть вот по градусам 35, по ощущениям они 42 минимум сейчас. Кешкюрдерин. Все, это был рынок понедельник, число сегодня, наверное, 15, а середина лета, да, получается, походу, сегодня. Кому надо ехать, друзья, отсюда, никогда не идите на вот эту остановку, потому что все автобусы, они вот так в объезд через вот эту больницу. Если вы там будете стоять, вы будете стоять 3 часа. Тут можно уехать только на вот тех вот долмушах маленьких, которые идут только до Джумапазар. Если вам на Клеопатру надо, до Кучташ, к сожалению, аж возвращаться, надо будет там пешком остановку пройти, придет. Фух, эти картины посмотрим. Ну так и я мог бы нарисовать. А вот так уже я не смог бы нарисовать. Так тоже смог бы. Такие прикольные штучки из металла. Тромбонист, саксофонист, кларнетист, скрипач. Ну круто, оркестр целый, цветы металлические. Дамы какие. Прикольно. Это светильники или просто там? Друзья, всем мира, добра, позитива. Жаркая Алания. Средина лета у нас. Средина лета. Пока. Начинаем обзор новостей из Алании. Всем привет. В Алании сегодня днем жарко. Солнце чуть не улетел. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, пару слов всем. Я никогда не пишу сценарий. Я не думаю, о чем я буду снимать видео. Я просто включаю камеру и снимаю. Алания моими глазами. Реальная Алания. Жизнь в Турции. Видео каждый день. Приятного просмотра.